Я покажу простой эффективный метод, который позволит вернуть былую мощь вашему движку. Это раскоксовка. Мы будем лить в работающий двигатель жидкость для промывки, и она, превращаясь в пар, под высоким давлением промоет камеру сгорания, а также хорошо прочистит канавки поршневых колец. Раскоксовку делают разными способами. Заливают присадку в топливный бак, заливают в моторное масло, в камеру сгорания или подают через капельницу в работающий двигатель. Для каждого способа есть свои присадки разных производителей. Но мы будем пользоваться подручными средствами, поскольку они самые доступные и дешевые. Это смесь пергидроля или гидропирита с водой в пропорциях 16 таблеток гидропирита на 5 литров воды или 400 мл 3% перекиси водорода на 5 литров воды. Нам также понадобится бутылка и шлангочка с капельницей. Необходимо завести и прогреть двигатель. Ни в коем случае не заливайте смесь в заглушенный двигатель. Выставляем с помощью вот этого приспособления 2500 оборотов, или можно накрутить винт холостого хода на карбюраторе. Когда двигатель достаточно прогрелся, подсоединяем капельницу к шлангу индикаторных газов, также можно в воздухозаборник или в вакуумную шлангу, которая соединена с впускным коллектором. Выставляем напор, чтобы капало быстро, но не текло. После попадания раствора в камеру сгорания начинает валить пар с глушителя. Это не просто пар. Вместе с этим паром также выходит нагар, который долгое время скапливался на поршнях и в камере сгорания. Во время промывки двигатель будет работать нестабильно. Могут плавать обороты, подпрыгивать, а иногда сильно колбаситься. После промывки исчезают такие проблемы, как повышенный расход масла, низкая компрессия, детонация, нестабильные обороты, высокий расход топлива и низкая мощность. После окончания процедуры необходимо проехать 10-15 км. Для того, чтобы остатки нагара вылетели с двигателя. Это может сопровождаться белым вонючим дымом. Затем необходимо заменить масло в двигателе и масляный фильтр. Эту процедуру можно сделать за 100 км до замены масла. Ну а теперь прокатимся, посмотрим на результаты. Выхлоп у нас очень чистый. Разгон до сотни почти как завода, чуть больше 14 секунд. Понравился ролик? Подписывайся на наш канал, где тебя ожидают и другие не менее захватывающие опыты.